Трошки хіп-хопу, свінгу та джазу. Танцювальна студія «Фрідом» відсвяткувала День незалежності України хореографічним флешмобом на міській набережній. Готовили ми його около місяця. Наші хореографи брали абсолютно всіх бажаючих, вміючих танцювати і не вміючих танцювати. Собрали простых людей с улицы, это были наши некоторые друзья, наши знакомые. На самом деле научить танцевать не так уж и трудно. Самое трудное было сделать их команду, заставить поверить в это. То, что мы можем подарить какие-то эмоции людям, мы можем подарить радость, смех. На заклик трех выкладачів сучасної хореографії відгукнулися 22 людини. Всі дівчата. Місячна підготовка для учасників була безкоштовною, а танець охопив декілька естрадних жанрів. В конце будет легкий, как сказать вам, лирический танец под украинскую песню, прекрасную, замечательную, патриотическую, которую исполняет прекрасная украинская певица Тина Карель и «Голос дети». Але не так сталося, як гадалося. Ліричним танцем справа не завершилась. До участі долучилася і решта хореографів студії. І так одноразовий виступ перетворився на своєрідний батл тривалістю півгодини. Серед викладачів акробатичними трюками дивували двоє учасників цьогорічного шоу. Танцюють всі 9. Я не знаю, как моя карьера будет строиться дальше, да, после проекта, во время проекта, но я очень люблю Днепропетровск, это мой родной город, я здесь родился, никогда отсюда не уезжал и как бы не планирую, то есть мне хочется принести победу в этот город, отстоять не только Украину, да, в этом сезоне в международном, но еще и наш родной город. Показать, что в нашем городе есть очень крутые танцоры, сильные, технические. У танцювальному запалі про День незалежності України ледь не забули. Сегодня День независимости. Да. Хотелось бы пожелать, что, несмотря на всю эту атмосферу, которая происходит сейчас во всей Украине, несмотря ни на какие трудности, то, чтобы не опускали руки. Стойте друг за друга горой, потому что, когда мы поодиночке, мы ничего не можем сделать. Только когда мы будем одной большой, очень сильной нацией, нас ждет очень большое будущее. Юлія Красовська, Андрій Райський. Новини 9 каналу.